В Астане сегодня открывается саммит Шанхайской организации сотрудничества. В столицу Казахстана с официальным визитом уже прибыл председатель Китая Си Цзиньпинь. Во второй половине дня прилетит и президент России Владимир Путин. Ключевым событием саммита ШОС станет присоединение к организации Индии и Пакистана. В связи с этим глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов назвал форум историческим, отметив, что значение ШОС как одной из крупнейших региональных организаций после присоединения в вышеназванных стран значительно возрастет. На 17-м заседании Совета глав государств членов ШОС предполагается принять ряд документов. Президенты подпишут Астанинскую декларацию, будет принята Конвенция ШОС по противодействию экстремизму. В целом к подписанию готовится 11 документов. Планируется, что переговоры пройдут как в узком, так и в расширенном составе.